Привет! Сегодня я получила очень классную, долгожданную посылку от Красотки Про. Я сейчас ее буду вскрывать при вас и смотреть, что мне там прислали. Очень я ее ждала. Я уже знаю, что там внутри, но, если честно, частично я забыла уже, что заказывала. Но сейчас мы с вами посмотрим. Упаковано все очень плотненько, все очень хорошо. Вот эти скобы, с этими скобами вечная проблема, прям приходится силы применять, чтобы распаковать такую посылочку. Отличненько, сверху прям накладная. Так, сумма у меня здесь 1854, и все это за 10 предметов, но 10 там идет доставка, у них 150 рублей. Заказываю я обычно себе в СДЭК. Все очень классно упаковано, вот такими вот мягкими штучками. Вот такой вот пакетик. Ой, какая красота, как я этого ждала. Сейчас мы с вами посмотрим, что там. Ну, в первую очередь, это вот такие кисточки. Одна у меня от Patrice Nail, а вторая кисточка у меня от T-Nail, по-моему. Если от T-Nail, это вот эта толстенькая кисточка, она стоила 50 рублей, номер у нее 6. Так, сейчас посмотрим, что-то на ней написано. А вот я вижу, там на самой кисточке внутри написано. Сейчас я с вами ее получше, поближе рассмотрю. В общем, решила я заняться китайской росписью. И поэтому заказала себе именно скошенные кисти. Буду пробовать ими работать. Вообще, раньше, конечно, я уже когда-то делала эту китайскую роспись, но подзабыла, как это делать. И решила заказать себе более качественные, хорошие кисти, потому что обнаружила, что у меня, оказывается, вот этих скошенных кистей нет. Вот эта кисть достаточно широкая. Ну, кстати, кто-то скошенными кистями и френч рисует. Я нет, я вот взяла именно для росписи. Кисть достаточно широкая, для крупных цветочков, наверное, подойдет. Не знаю, буду, в общем, тренироваться делать китайскую роспись и попробую заодно эти кисти и сделаю обзор, когда буду делать отработки. Заодно покажу вам, что у меня там в результате получится. Такая кисть стоит 50 рублей. А вот эта кисть, это у меня Patrice Nail, она уже у меня дорогая. По-моему, она стоила 150 рублей там по накладной. Номер 2. Вот она немножко поменьше, ну не немножко поменьше, а значительно поменьше, она уже для маленьких таких лепесточков идет. Да, вот ее цена 150 рублей. Так, камера на ней что-то не концентрируется. В общем, вот, вот такая вот кисточка. Не знаю, буду пробовать, в общем, рисовать такие более мелкие лепестки, более крупные. В общем, впереди от тренировки и отработки китайской росписи. Не знаю, насколько это сейчас популярно вообще среди клиентов будет, потому что среди моих клиентов как-то, ну, не особо они цветочки любят. Иногда бывает наклеим там или нарисуем что-нибудь, но не китайской росписью я хочу попробовать. Может, им понравятся мои отработки, и тогда будет замечательно. Так, еще я заказала вот такой дотс. Наконец-то мне пришел вот такой вот здоровенный дотс, вот с большим-большим шариком. Дотс от NL, стоил он, по-моему, 30 рублей всего лишь на Красотке Про. Ну, ссылку тоже могу на него оставить в описании, вообще, если кому надо. Я искала вот именно, чтобы был большой вот такой вот шарик на конце, потому что недавно клиентка попросила меня поставить ей крупную точку, вот именно крупную. Маленьким дотсом делать это было неудобно. Вот, поэтому заказала вот такой дотик еще. И, конечно же, масла. Девчонки, классные масла, прям всем рекомендую. Для кутикулы Jazz Nail. Мне уже как-то приходил один вариант этого масла, вот апельсиновый я пробовала. Вообще масла классные, пахнут вообще потрясающе. Единственное, вот у них минус, это баночки. Баночки достаточно тонкие. И если вы уроните один раз такую баночку, то дно прям очень легко разбивается. Но аромат просто замечательный. Ну и увлажняющие свойства тоже хорошие. Мне нравится, что здесь есть пипетка. Я уже понюхала. Пипеточка, это удобно, это гигиенично, да. То есть пипеточкой прям наносить клиенту это масло. А второй вкус я заказала клубничку. Вот, стоимость таких масел 69 рублей. Но за свои деньги прям это того стоит. В такой баночке 14 мл масла. Но хватает их достаточно надолго, экономичная такая вот у них вот эта пипеточка, да, то есть не обязательно там наносить много. Вообще очень классные масла, мне понравились, прям всем рекомендую, аромат то, что надо, и при этом недорого. Вру, не 14 мл здесь, а 12, вон написано прямо на баночке, на бутылочке.
Вот, масла очень мне нравятся, девочки, ну прям всем советую, классные, ароматные, пахучие, хватает надолго. Единственное, не роняйте флакон, потому что, ну реально, можно разбить, просто очень жалко будет. А еще заказала вот такие вот масла в карандаше для клиентов. Не знаю, может быть, буду дарить там на какие-то праздники, там перед днем рождения или просто для новых клиентов. А может быть, буду продавать их рублей по 100. Купила я их по 59, по-моему, рублей. Сейчас я вам точно скажу, посмотрю в наклон. 58 рублей стоили эти масла. Ну, попробовала как бы вот заказать парочку, посмотрю, как они клиентам моим зайдут. Сейчас я его открою, покажу вам, как он выглядит. То есть это масло в карандаше. То есть, смотрите, ну, симпатично выглядит, да, там масло там прилично налито. И вот смотрите, в чем заключается его удобство. Можно носить в сумочке, потому что крышка плотная. Вот заодно проверим. Бывает, что у таких масел крышка недостаточно плотная, да, там начинает протекать. А на конце сделана вот такая кисточка, то есть получается сверху крутишь, вращаешь, и кисточка намокает вот этим маслом, и можно наносить себе. Но это масло карандаш, но индивидуально, да, то есть, поэтому это вот именно для клиентов, которые там захотят увлажнять свою кутикулу там где-нибудь в дороге, ну, или с собой в отпуск можно, да, взять. Состав посмотрим, состав, в принципе, неплохой, 5 мл масла здесь, виноградные косточки, кальций, так, сафлоровое масло, если честно, не знаю, что это такое, надо будет изучить, витамина D, B5 и витамин Е. Витамин Е, кстати, это очень здорово, вообще очень полезно для кожи. Ну, кстати говоря, уже видела в некоторых салонах вот эти масла продают примерно по 100 рублей, и как бы люди хвалят, покупают, то есть и хвалят, и клиенты, и мастера эти масла хвалят, поэтому заказала на пробу. Ну что ж, полезли дальше, решила все достать сразу из этой коробочки. Ой, какая красота, сейчас я вам все расскажу. Как же прилипают вот эти штучки. Смотрите, такие прикольные штучки на самом деле. Вот благодаря... Так, проверим, чтобы там ничего внутри нет. Ага, благодаря им ничего не разбивается, но вот они, смотрите, как на перчатке липнут. Можно сидеть, играться прям. Если честно, даже релакс какой-то от этого получаешь, как будто бы вот от того, что ты играешься с этими штуками, которые прилипают, а твоя задача их отлепить. Так, попробую убрать. Нет, все равно парочка прилипла ко мне. Сейчас попробую их как-нибудь отсоединить. Так, ну что ж, смотрим дальше. Поехали. Значит, Clio Brilliant. Это топ, которым я пользуюсь постоянно. Топ у нас очень жесткий. В лампе он светится неоновым голубым цветом. Клиенты носят у меня его долго. Подходит он практически для всех гель-лаков. Я уже научилась делать выравнивающий слой. Срок годности у него до 2022 года. Выравнивание, если вы новичок, конечно, сделать таким топом будет сложнее. Лучше берите каучуковый, но я его беру для того, чтобы ноготь клиента дольше сохранял свой блеск, да, то есть сияние он сохраняет очень долго. Ну, у меня, по крайней мере, клиенты носят, у них ничего не затирается, хотя некоторые рассказывают, что вот Clio Brilliant затирается. Не знаю, у меня ничего ни у кого не затирается, все прекрасно, 650 рублей стоит вот такой флакон 15 мл, я всегда беру про запас, даже тогда, когда у меня еще не закончился этот топ, да, топ мне очень нравится. Если научитесь делать им выравнивающий слой, то вообще молодцы. Прямо будет все носиться и будет все супер как выглядеть. А еще от Clio заказала наконец-то подушку для стемпинга. В одном из своих видео я уже рассказывала, что у меня нет подходящей подушки. Могу оставить подсказку на видео, где я рассматриваю новые пластины для стемпинга, которые у меня появились. Там есть такая крупная геометрия. И вот специально для нее я заказала наконец-то новую подушку, потому что для мелких деталей у меня подушка есть. Здесь приятным бонусом идет вот эта вот лопаточка, которой можно краску как бы для стемпинга. А, подушка-то здесь закрыта вот такой крышечкой. Вот это вообще мне нравится. Поверхность очень липкая. Мне это нравится. Я люблю очень липкие вот такие подушки. И мне нравится, что есть крышка. Блин, прикольно. Теперь и сам он очень большой. То есть для крупной геометрии на длинные ногти вообще просто гениально будет. Просто отлично. Я очень довольна вот этой подушкой конкретно. Ну, не знаю, попробую ее в работе. Как-нибудь я сниму видео, где буду делать при помощи нее стемпинг. Потому что, ну блин, очень хочется ее попробовать, просто времени пока нет. Ну что ж, вот в такой вот классной упаковочке все это еще идет. Я его так и буду хранить в такой вот же упаковочке. Ну вообще мне еще нравится, что крышка есть. Стоимость этой подушечки 270 рублей. Ну что ж, как-нибудь сниму видео. Ну и сейчас просто звезда. Звезда, которую я так долго ждала. Golden Beauty, гель-лак, Red Flame, 330 рублей его стоимость.
Цвет номер 10. Почему-то на флаконе нигде не написано срок годности, ничего-то я его не вижу. 0,10. Сейчас посмотрим. Я очень хотела красный, прям такой насыщенный. Ну да, вот он насыщенный, он такой больше винный красный. Но, кстати говоря, такой цвет еще более популярный будет, мне кажется. Надо его попробовать. Вообще искала очень классный какой-нибудь красный витражный гель-лак. Вот сейчас возьму типсик, в общем, сразу, на котором, который я обычно цепляю на колпачки своих флаконов, да, и на нем сразу проверю и вам покажу заодно. Ой, посмотрите, как здорово ложится, вообще просто в один слой вообще прекрасно ложится, не надо там ничего двумя слоями класть. Ну, витражные гель-лаки вообще так и должны на самом деле краситься. Просто я брала от TNL, да, там назывался он, по-моему, как-то красный. Ну, если честно, не помню название, но, в общем, он был нифига не красный, и приходилось его класть, чтобы он был более покраснее, как-то слоев 2 в 3. А здесь, смотрите, в один слой уже ярко, прям красиво ложится. Мне очень нравится. Сейчас вставлю сюда фотографию в это видео ногтей, которые, ну точнее типсы, на котором я уже попробовала сделать витражный эффект при помощи этого гель-лака. Ой, в общем, цвет мне очень нравится. Сейчас отправлю его сушить в лампу, потом топом перекрою и как раз его на колпачок зацеплю. В общем, за 330 рублей я считаю это нормально. Не знаю, как по качеству другие гель-лаки от этой фирмы. Golden Beauty заказываю первый раз. Сейчас я вам покажу. Вот фото сюда вставила. Смотрите, вот такая вот роза у меня прикольная получилась при помощи этого гель-лака. Ну что, рассмотрим флакон. Red Flame называется цвет. Ну, 0,10 он. Получается 330 рублей всего лишь он стоит. Так, сейчас посмотрим, сколько там у нас миллилитров. Что-то не вижу сроков годности на самом деле на флаконе, где вообще это все написано. Очень интересно. Может быть, вот эту штуку отодрать. Сейчас попробую ее отцепить. Может быть, там что-то написано. Не знаю, я такая невнимательная, я не вижу. Нет, здесь я вижу QR-код и вижу штрих-код. Угу. Ну что ж, где тут срок годности? А вот что-то я где-то сбоку увидела. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, смотрите. Получается наоборот написано, да? До 21 года. А, ну правильно, до 9 ноября 2021 года. А произведен он еще, получается, 10 ноября 2018. Ну, нормально, до 21 года послужит. Я думаю, что за это время он уже закончится. Ну что ж, вот такая у меня сегодня распаковка с Красотки Про. На самом деле очень ждала эту посылку. Посылка классная. Очень крутые предметы, принадлежности. Наконец-то я смогла заказать себе что-то для дизайна ногтей. Там что-то такое приятненькое. Масла вот эти прям обожаю. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напишите в комментариях, может, вы уже заказывали вот эти классные масла TNL или Just Nail. Поделитесь своими впечатлениями.